Техническая эволюция – это то, что делает нашу жизнь удобнее и легче. Представляем вам новый этап в истории развития велосипеда – электрический велогибрид. Оснащен аккумулятором и электродвигателем. Совмещает в себе преимущества велосипеда и скутера. Ведь вы можете не крутить педали, но проехать до 30 километров, а это 16 станций метро. Новая техника поможет справиться с повседневными делами. Нам нужно попасть на работу через пробки, забрать ребенка из садика, привезти покупки из магазина или добраться на другой конец города в метро. Компактный и легкий электровелосипед просто складывается для переноски, транспортировки и хранения. Быстрый и мощный велогибрид одновременно очень тихий, что идеально для загородных прогулок. А любители фитнеса всегда могут покрутить педали. Когда прогулка подошла к концу, поставьте велогибрид на зарядку от домашней электросети. Двигатель экономичен. Энергии, которая нужна, чтобы проехать 100 километров на электровелосипеде, хватило бы на 2 километра пути на легковом автомобиле или чтобы 5 раз вскипятить воды в электрочайнике. Дизайн и комплектация на любой вкус. Электровелосипеды. Мир спорта, ярких эмоций и впечатлений. Мир активных и увлеченных людей, не боящихся сделать шаг в будущее. Обслуживание гибрида не отличается от обычного велосипеда. Найдите свой велогибрид на сайте velogibrid.ru.